Привет, вас на канале AsmodeiPlay. Мы продолжаем играть Ведьмак первый. Так, нам надо сейчас к леснику, блин. У него книжки. Надо их прочитать, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ты охренела, что ли? Костер, костер. Ух ты, цветочек. Так. Ну давай-ка посмотрим. Вот ты чего? Подожди, мы тут собираемся ты. Как я понимаю, тут они не особо-то, блин, помогать-то будут. Ну давайте посмотрим на карту. Вот мне надо к дому дедушки. А вот башня. Так, а мне надо к башне мага, может? Так, ладно. У меня вы куда-то все расползлись. А. Так, ладно, давайте сохраню. Блин, хоть я и цветочки, конечно, собрал, но через лес бежать, через болото. Это, конечно, геморно. Так, мне надо развернуться. Вон туда мне надо. Значит, вот этой. Идем дорогой трудной, дорогой непрямой. На твою мать. Ну бей. И еще разок. На. А этот сам от кислоты подох. Ну давай, собирай, чё. И раз. И раз. Так, взять все. Подожди. Вот так. Куда мне? Блин, а я куда-то пришел. К разрушенной башне. Так, сохранить. Куда бегу? Пока правильно. Куда бежать? Прямо чуть-чуть направо надо будет. Вон эта башня. Thank you.
На. Еще разок. На. Убей его нахрен. И еще разок. Давай. Все, убираем. Так, надо что-то съесть. Так. Взять все. Заперто. Почему заперто? Охренеть. Так, мне надо как-то к деду попасть туда тогда. Так, ставить я ничего не могу. Да пошел ты в жопу. На. И еще раз. И давай. Как ты, дед, здесь один живешь-то, нах? А кошмар, ну нахрен. Не хотел бы я заново так нахрен проходить это все дело. Таинственная башня. Так. 10 ключевых элементов мира. 10 краеугольных камней. Из них все возникло. Идущий да откроет глаза, вспомнит и обрящет. Мудрость имеет тот, кто знает свой путь. Спроси его. Что за байда тут? Башня. Любовь, хасет, сострадание. Неферет. Сила. Грува. Победа. Несха. Слава. От. Снова. Это что, мне чтобы книгу открыть? Ой, книгу открыть, этот открыть. Опять есть хочется. О. Ладно. Обглодан. А, да, это мой дом. А этот череп и мозг на столе человечьи? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Какие могут быть оправдания у каннибала? Ты бледен. Кушать хочешь? Расскажи мне про башню мага.
А почему тебя интересует это старое строение? Я хочу проникнуть внутрь. Чистолюбивая цель, но чистолюбие — ключ к успеху. Нравишься ты мне, сынок. У меня дома в сундуке лежит книга. Да, это я уже прочел. Спасибо, дедушка. Интересно, получится у тебя... Что? Гроза будет, сынок. Ты говоришь бессмысленно. Больше я ничего не знаю. Я стар, ничего не помню. Ты помнишь времена, когда маг был жив? Ты силен, окружен светом славы. Ты знал победы и любовь. Основы твои крепки, у тебя есть принципы. Разум и душа не хуже, хоть ты и мутант. Давай-ка проверим твой разум и понимание. Что я не понимаю. Все... Ты, блин... Почему ты ешь человечину? Мне нравится. На вкус как цыпленок и для здоровья полезно. Хватит спать. Сам спросил. Подчеркиваю, что я соблюдаю правила. Например, я никогда не ем детей. Да уж. Не надо сарказма. Иногда я кушаю друида, кирпичника или лесоруба. Особенно люблю эльфятину. Это мясо ароматное. А краснолюды? Жилистое и жесткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат. Достаточно. Как хочешь. Ты не заслуживаешь жизни. Вот так-так. Всегда можно убить меня, но от меня больше проку, пока я жив. Так я тебе и поверил. Я слишком стар, чтобы снова пускаться в бега. Я тебя не обману. Ты пришел на болото. Ладно же. Твой выбор меня радует. В знак доброй воли я даю... Эта информация может тебе пригодиться. Ну давай посмотрим, что... Да, оказался девушка-каннибал, дедушка... Пока. Так, ладно. Рецепт. Рецепт яда повешенного. Яд повешенного. Яд для смазывания лезвия меча. Прекрасно. Так, значит, повышает регенерацию энергии. Только на какую кнопку он активизируется? Цыпленок, свинина с ветчиной. Итак, я должен зажечь их все. Так. Ну, я как понял, эти-то я уже не могу зажечь, чтобы башня мага открылась. Только некоторые зажег. Ладно, надо отсюда как-то выбраться. Это я куда? О! Там я еще не был. Ну-ка, подожди. Что за повреждение от 1 до 7? Не, у меня пока утопец, блин, вдалеке. Понятно, все с вами.
Только ты меня навряд ли сейчас догонишь. Ты меня преследовать так и будешь. Нет, перестал, смотрите-ка. А я уже добежал. Подожди, где-то тут что-то было. Где-то. Так. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древние маги все еще действуют. Блин, где эти камни-то мне еще достать? Бедная девочка. Ты водишь? Ненавижу засуху. Я собираю сведения о башне мага. Башня в болоте? Стоит, как и стояла. Никто в деревне не помнит, когда она была построена. Никто, но спроси у дедушки. Думаю, что он... Где мне его найти? Он странник. Да мы его уже нашли. Не на... Yes. Башня... Не... Где он... Ну-ка. Сефирот слился с обелиском. Древняя магия все еще действует. Блин, они бы хоть это обозначались бы, какие я зажег. Или бы гасли. Как мне звать тебя, добрый? Я Васка. Старейшая этой деревни. Геральт, ведьмак. Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? Почему же никто не работает? Тяжелые времена пришли к нам. Ответь, страх. Мы решаем проблемы. Хочешь спросить о чем-нибудь, Бела? Почему же никто не работает? Воистину так. Существа, которые убивают работников, вели себе гнездо в глиняных ямах. Понятно. Как будто утонули, но под... Похоже на утопцев. Мы бедный народ. Это вот... В стор... Подожди, так я... Так. Я избавился от... Ты проявил к нам, но я не хочу, чтобы ты ушел. Возьми этот амулет, этот кассет, символ милосердия. Сойдет. Будь благословен. А кто эти владыки? Водные владыки имеют большую силу. Любопытно. Все, что приходит... Как ты смеешь использовать... Приходи позже. Ну-ка, что ты мне дала? Где у меня амулет? Глиняные ямы. Так, а кто видит амулет у меня? Что-то похожее на амулет. Так, у меня вот еще один есть. Сефирот. Хесет. Только, блин, где и куда его? Так. Ладно. Нам нужно побольше дождь. Приходи позже, беловолосый. Чужаки редко нам помогают. Мой я отец и дед недавно у нас беременна родилась тройня. Было ясно, что я тоже стану. Ладно. Я пришел. Наконец-то! Достал шку... На. О, боги! Отлично! Так кем было? Старый Лео был легендой. Он был... Он был... Нет! Но он... Да!
Так кем он? Блин, это я уже слышал. Да. Прощай. Что? Так. Лойза передает привет. Наконец-то, я уж... Вот. 5 соцветий двустрела. Как... 400 аренов, и передавай мои наилучшие пожелания. Конечно. Что? Куда можешь меня... Вожу людей... Перевези... Время... Давай. Мне все равно... Готов? То... Да, конечно. Да, плыви. Мне все равно туда плыть. Нет, надо сдавать задание. А я еще, блин, награду получить нахрен. За призрака-то. А уж забыл про него даже. Так. Ничего личного, рыдание и темерие. Снова ты? И как тебя только в город пусть... Ты купец Леувар? Ну да. Давай поговорим. Да? Мешают перевозить грузы. Я слышал... К сожалению, да. Но думаю, ты не из любого... Я надеюсь, кто-нибудь заплатит мне. Возможно, меня это заинтересует. Пристань находится около болота, она очень важна для моего бизнеса. Ты можешь описать твари, которые... А что там описывать? Я знаю, что это утопцы. Я знаю, что это утопцы. Выходят по ночам Конечно. Именно. Давай... Да? Как... Ведьмак. Ты даже... Ты считаешь, что я... Понятно. Давай... Да? Так, что у тебя есть? Рубин, ценный предмет, подарить кому-нибудь. Спирт для эликсиров. Так, средней крепости букетом. Ну, вроде бы все. Здесь что, факел? Как ты тут работаешь? Для тебя гуляю. А что ты? Побалуемся. За сапфир-то. Ну на. Как мило. Идем. Я знаю одно местечко, где нам никто не помешает. Веди. Итак, нам никто не мешает. А мне после болот это необходимо. А, все. Выходим в город. Ну и пусть идет дождь. Здесь у нас что? Приветствую. Чищу обувь. К вашему. Можно... У нас тут есть серьезные проблемы. Из-за чумы ввели карантин. Кишат белками, которые сражаются с орденами. В общем, как пел один бард... Горящий бордель. Уизимак! Меня интересуют необычные бандиты. Побольше пробелок. Так, я ведьмак, мне нужна работа. Что здесь стоит посмотреть, говоришь? Говоришь, у каждого склет в шкафу моя, и что будет интересно, давай перейдем к твоим башмакам.
Много прохожих, много работы. Много прохожих, много работы. Так. Мне куда идти-то? Где? Так. Мне вот сюда надо. Получается, направо. Это насквозь пробегаем. Так. Ну, вроде бы правильно бегу. Блин. Это коренья, корешки. А время-то сколько? Я откуда знаю? Как время-то посмотреть? Время 12:00. О, так это само то. Как-то не так пришел, что ли, или что? Тише, я не хочу, чтобы нас... Тише! Я разобрался с твоим мужем. А у тебя есть доказательства? Доказательства? Какие доказательства? Ты ничего не говорила о доказательствах. Ты хочешь лишить бедную вдову последних грошей? Тише, тише. Разве ты не боишься, что тебя увидят в компании ведьмака? Будь ты проклят! Вот ты тварь-то какая! Давай. Пока. Ну, сучара-то. Я так и знал, что... Да, вот их язык. Погоди, мне нужно это записать. Отлично, вот твое золото. Так, цветок пламя. Так, проклятые души. Здесь что? О, минус 10. Меч ордена. Ну, прежде чем ты... Ладно. Хочу обратить твое внимание на несколько немаловажных факторов. Приму. Орден вступить был в него может каждый. Служить простым людям. Нет. Куатро, как и ведьмаки, рыцари ордена уничтожают... Что ты скажешь? Блин. Меня завербовать хотел. Итак, уже еще миссию выполнили. Могу? Конечно. Все, что мог уже купил у тебя. Подожди. Черт, какой он. Кармен.
ты вернулся. Итак, вы теперь сами по себе. Ты что, свихнулся? Нет, кое-какие местные ребята о нас позаботятся. Понятно. Что вот же так. Это будет? У нас есть 200. Я не материалист. В хорошей книге написано, что никакое доброе дело не останется без награды. Ты нам очень помог. И у нас, шлюх, есть своя честь. Ух ты, это звучит. И так они... Конечно, это верный знак. За все годы я никогда даже не слышала о том, чтобы клиент подарил шлюхе цветы. Да. До встречи. Так, миссию завершили еще. Для распределения талантов. Блин, да мне не это надо. Не к добру это. Вроде не сюда мне. Что у нас дальше по улице? Теперь ясно, почему у меня-то косточки болели. Так. Можно Так, меня интересуют необычные банды. Расскажи мне побольше о белых. Так, я ведьмак, мне нужна работа. Меня интересует. Они ведут себя как спецназ. Хотя с тимирианской разведкой они не связаны. Который для купцов даже хуже, чем чума. Понятно, ну это всем чума подсолила. Скаята Элли ведут партизанскую войну. Что еще хуже? Ненависть к нелюдям. Понятно. Я ведь... И работу спроси у купцов. Еще я слышал, на кладбище что-то не... Что? У нас... Передочь. Так. Ты странный. Ты еще странней. Странней. Так, городская темница. Мне вот сюда надо. А как мне сюда попасть? А, вот прямо сейчас бегу за больничкой. Теперь ясно, чего у меня кости. Так. Вот сюда мне. На. Блин. Вот считайте, по болоту побродил, сколько заданий завершил. Ну, правда, вот это не на болоте было. Так, а где ты? От хорошего физштига я никогда не отка. Расскажи мне про этого пленника, Сала. Но... Хотя бы скажи, где он. Наверное, я могу тебе сказать. В лечебнице. Его отвезли в лечебницу Лебеды. Спасибо. У кого? Таллер, скупщик краденого. Он иногда сюда приходит. Надо же ему как-то зарабатывать на жизнь. Скупщик краденого разговаривал с Винсентом перед тем, как я спустился в канализацию. Я отмечу тебе место на карте. Лучше. Может быть, но явно не... До встречи. Так, все, что надо, я пока... Узнал. По идее, мне в канализацию надо спуститься, потом к этим паукам этим... Ты убил трех чудовищ. Верно. Ты получишь особую награду. Этот рунный камень. Может, город скоро объявит. Я могу. Это еще что за мерзость? Какие? Много. Бандиты, мон. Спасибо. Да, видимо. Прощай. Так, еще что-то завершил, да?
Кровавое растение. Так. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так. Пост Винсета. Ворота купеческого квартала. Городская темница. Дом барыги. Вот он. Это что? Рунный камень. Так. Временно наполняет клинок силой магии, увеличит вероятность удара и повреждений у нас. Увеличит. Где же ты раньше-то был? Я скупщик. А чем торгую? А всем, всем что можно продать. Ну так что? У тебя дома стражники нашли меч у ведьмака. Тебя дома... А тебе-то какое дело? К тебе приходил еще один ведьмак. Этот долбанный меч не его. Откуда ты знаешь? У меня есть другое имущество твоего дружка, а меч не его. Другое имущество? Другое. Да, причем не меч. Дошло? Может быть, его обоссанные подштанники, например. И все же откуда... Может, скажу. Аж... Я не перережу тебе. Ой, да я бы заплатил. Честная сделка. Я могу купил заплатить. Его у одного мазурика в таверне под кудлатым мишкой. Описать его. А зачем описывать лучшего игрока в кости в этом городе? Наш выдопердающийся чертов фокусник. Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо ишаков. Купил у посредника. Где мне его найти? В кудлатом мишке. Но он с тобой говорит. Его зовут Кирпич. Кирпича убили. А, рептилии хренососовы. Чего, блин? Саламандры амфибии. А теперь расскажи. Да черт меня дери. Ты ведь... Ты че, с лошади рухнул? Откуда такие мысли? Откуда у тебя вещи Беренгара? Ядрена вошь, я скупщик. Тебе картинку нарисовать, что ли? Давай лучше я нарисую тебе картинку. Срать я хотел на твои картинки. Кроме того, я бы не выжил в этом бизнесе, если бы продавал товары, которые сам украл. Ну, логично. Я верю тебе. У тебя есть связи среди стражников. Чертовы смутные времена. Мне тоже нужна защита. Это ты так. Я плачу шестеркам Винсента несколько монет. Они монет. Заботятся о моей безопасности. Я вину нужно доказать. Так что... Ну, наконец-то. Если что... Глубокий анализ. Пока. Но... Надо уметь о себе позаботиться. И ублюдские стражники, и придурочные воры. Всем я нужен. Это ты так говоришь. Ну так что? Будем рожи Так, кстати... Играешь? Да я самый курва, моя мать, великий игрок в покер. Сыграй. Не смеши меня. Наберись опыта прежде. Ну так что. А давай выпьем. Черт. Дерьмо. Найти других, кто знает. И еще давай. Номер не пройдет, ведьмак. Ну так что, будь... Так. Медвежий же. О, руна солнца, обновление оружия.
В любом случае это куплю. Так, книга Иволги. Где она? Блин, топор. 6 и 13. Нет, мне лучше с факелом пока походить. Черный порошок, судебная медицина. Нету места. Сейчас, подожди. Где ты? Содержит, следует так, дает иммунитет к ядам и очищает организм от яда. Ах ты, падла! Так ты нечестно со мной поступил, да? Ну так... Давай, я книгу у тебя куплю. Вот что мне надо. Так, где книга? Книга где? Не вижу. Дай-ка я у тебя перекантуюсь. Ну так. Так, что у меня там? Ни хрена нет. А хотя подожди, как это нету? Блин, это серебряное, это золотое. Так, а это-то у меня почему нет? У меня же вроде все знаки выучены. Ну и ладно. Белая чайка. Так, Иволга. Ядом нейтрализуй последствия уже принятых ядов. Так, повышает сопротивляется кислотам и ядам. Так, вьюнок. Что-то херак сделали, что-то не хватило, да? Три часа на всякий случай. Так, надо выведать, если кирпич мертв. У меня вроде все же выучены. Принесла нелегкая. Так, сохраним. Так, где ты, где ты, где ты? Жаль, что происходит. Там полным-полно чудовищ. Ну, видимо, что гибнут люди. Ты похож на воина. Берешь для меня несколько эхинопсов. Я уже это сделал. Отлично. Может, не так часто. Это все, что у меня осталось теперь, когда же... Да, давай. Сыграем. Во. У вас пара.
Ни хрена, так парой осталось. И у него пара. Во. Две пятерки, ладно. Че у тебя две шестерки? Да ты охренел, что ли? Ни хренашеньки. Он даже шестерками меня выиграл. Блин. Ладно, потом сыграем. Так, минутку. У меня... Так, у меня вот рубин. Синий камень. Так, это мне вот к кузнецу будет нести, да? Только мне желтого камня нету. Где красный камень? Я его из темницы не забрал, красный камень. Блин. Расти. Так, так, так. Заходим. Не понимаю. У меня должен быть этот красный камень. А где у меня кудлатый мишка-то? Хрен поймешь, куда бежать. Так, это что у нас? Склад. А зачем мне на склад? Почему он красно высвечен? Это, наверное, таверна кудлатый мишка. Так, это кто? Бордель горячие бедра. Хочу бабу. Заперто. Так, нет, мне пока не до вас, девчата. Смотрим. Так, сохранить. Я у вас...
Серебря... А почему ты спрашиваешь? У меня нет времени. Добрый господин, не прими за... Где ты добыл меч? Я его выиграл... Где мне найти? Он ухаживает за сад... Это я знаю, где он. Блин. Что? Я был у Талера и нашел у него вещи того. И какое это имеет отношение? Они принадлежали ведьмаку. Мы их нашли. Твой дружок вляпался. Спроси людей на тех болотах, где мы на. Вот тебе и раз. Будешь драться или смотреть? Кир, я ушам своим не... Это же я, Язон. Помоги, ну вспоминай. Как же... Жаловаться не на что, у меня отличная, спокойная... Я вышибал. Посетители предпочитают улаживать споры сами. Местечко тихо. А в ку... Не хочу хвастать, но я... Не желаешь? Не обижайся, но я... Можешь... Ой, ну не очень-то и хотелось так. Ваш бойцовский клуб меня не интересует. Говори. Ты ничего не слышал о банке Вивальди? Банке Вивальди? Вивальди теперь не имеет... Почему? У банка теперь новые влад... Люди. Да? Пока. Так... Блин, я даже не знаю, к кузнецу сходить, что ли? Так метеоритный меч у меня уже есть. С одной стороны. Идем к садовнику. Что тут есть? Еще вот дверь. Ладно, посмотрим, куда выведет. Заперто. Плохо. Виновенько. Потом, потом, все потом. Что это? Нагрудник Якова из Альдерсберга. Сколько же еще? Так блестит. Сохранить. Так, теперь надо правильно, да, задавать вопросы, чтобы это. Получить на них правильные ответы. Замечательно. А я знал, что кто-то из вас рано или поздно придет. Ты проиграл его в кость. Я был совершенно уверен, что выиграю. Рассказывай, где ты добыл этот меч? 5 лет назад была большая драка под Бренной, недалеко отсюда. Так ты захватил меч во время битвы? Ну, с поля боя стащил. Он принадлежал ведьмаку Кайону. Я с ним повстречался во время войны. Отличный парень. Как и большинство из нас. Я ему дал слово, что меч попадет в руки другого ведьмака. Когда он лежал и помирал... Все шептал что-то про зубы и предназначение. А ты проиграл его в карты. Я его хранил 5 лет. Я уж надежду потерял, что смогу вернуть его. Спасибо за помощь. Удачи. Так.
Блин, даже не знаю, куда мне сейчас. Раскроешь свои... Сам будешь виноват. Я в курсе. Так в чем же проблема? Ну ты куда я забежал-то? Так, против людей. Где она? Да пошло оно. Если поймаю тех гадов, которые на нас по ночам нападают. Это нечестно. Больных отвозят в лечебницу, а не людей в старую вызиму. Ну, извините, не... Ну, кстати, я вас и нашел. Это вы тут. А чтоб тебя! Мне куда надо? Антиквар, деревенский торговец, купец, купец, дом Шани. Вот, кстати, неплохо было бы к ней сходить. Зерская алхимия, мечта дракона. Так, мне надо место. Так. Я все тут читал у тебя. Пойду к воротам замка. Откуда у тебя молоко? Хм, ты прав. Но я долго жил за городом. У меня есть свои секреты. Так, темецкая ржаная водка. Снова для эликсиров. Ну ладно, пока так. Мясо, хлеб, свежее. Подарок, подарок, красные перчатки. Привет. Что-то ты бледноват. Где ты? Если я это разболтаю. Ну, это понятно. Украшения, подарки, любые. Седой, а глуп. Покажи, что есть о подземных растениях, полевые растения. Это у меня все есть. Блин, близко. Ну давай. Старуха меня не пустит, да, там старуха? Ста. Это не... Вот не надо ко мне подлить. Тогда пожалуйста. Тебя что, мама? Но... Выставила меня за дверь, падла. Ты...
Я пришел. Сиди своей. Жень. Убира. Но. Твою мать-то. Ты смотри, как. О. Наконец-то. Старость не радость. Понятно. Старость. Красный шар. Так, ладно. Черт, дерьмо. Посмотрим, что мне здесь скажут. Пап. Да? Где мне стоит поискать? В книгах, Геральт. Да я уже так. Я. Ты принес ко мне костный. Да. Отлично. Как мне? Выйдешь. А что? Потом найдешь паром. Да. Спасибо. Вот я... Так, а что у тебя-то есть? Так, длится так. Вы не можете взять предмет, да? Ну давай тогда. Альберт? Да, это... Помедитировать, посмотрим, что я могу сделать. Почему я не могу? Вот. Ребис. У меня что, ребиса нет? Да до хрена ребиса. Так. У раненого. О. Прелестно. Так, и тут-то, кстати, я так вызывает страх. Понять не могу. У меня живот оно есть. Акси. Не понимаю, почему не развивается, конечно. Так, у меня смазки, окорока, пиво. Из подвала откуда-то куда-то вышел, да? Ты перестанешь или нет, дерьмо? На месте Вивальди я сделал бы все, чтобы уничтожить. Блин. Куда-то я забежал. Ты перестанешь или... Так. Задание.
Покер с костями, новичок с костями. Так, ну это мне вообще не интересно. Секреты. Таинственная башня. Я прочел историю. Так. Я прочел историю. Если этой информации сочетание с данными из врат тайн должно хватить. Я отдал травы паромщик, и он заплатил. И теперь нужно рассчитаться с Лозболтом. Ну это понятно. Улик будут пока считать это виновным. Если он виновен, доказательства выплаты достаточно скоро. Память клетка. В садовника меч он нашел на поле боя битвы. Так, интересно, что они ведь работала медичкой во время той битвы. Может быть, она что-нибудь знает об этом мече. В обмен... Ну, так, Юс сообщил мне, что заключенный перебыл... Так, лечебница святого... Ну, пойдем в лечебницу. Знаю, что ей сказать. Наказание Божье, это... Я в такие игры не играю. Сейчас посмотрим. Сила, что внутри нас, исцелит этот мир. Спать. Только бы добраться до кровати и... Держи! Мы все умрем. Держи! Я просто хотел задать... Не сейчас. Возвращайся вечером. Конечно. Так. Совсем нет сил. Полученная мелла. А где мне можно переночевать-то? Уж извини, но придется дом детектива. У тебя потом переночевать надо. И что мне надо было сделать? Поговорить с Винсентом Мейсом, капитан. А ты... Он не станет со мной говорить. Я проверю, что... Ну-ка, давай, подожди. Внимание. Грязный. Не да. Нет. Ну, я застукал его на конюшне. Хватит с меня. Внимательно тебе. Они... Так даже лучше. Они все равно будут. Можешь поговорить с ними. Я под. Все, мне ночь нужна. Так. Да, элементарно. Ох. Только если они его не убили, конечно. А они вполне могут это сделать. Нет тела, нет дела. Такую работу. Мы все умрем. Держи. Но я... Тихо. Он пытается что-то сказать. Калькштейн! Зачем ты пришел сюда? Я что-то слышу. Проклятые головорезы. Их послал могила.
Блин. Вот и я про то же. Сейчас еще разок. Теперь мы знаем, что сейчас придут и они захреначат. Мне слишком мало платят за такую работу. Держи. Но я... Зачем? Про... Я спать хочу. Какое-то проклятие. Пришла твоя сына. Вот так вот. Мои... Что еще есть? Это какое проклятие. Где? Короче, ничего хорошего. Проклятые головорезы. Их послал могила. Ладно, могила послал, могила. Так, мне надо секреты меча моего раскрыть. Ты куда? Я пришел. Сиди, сва. Ага. Плачет киска, плачет. А мамочки ее даже... Ага. Неужто богатый кавалер ки... На. Убирайся, врываешь сном. Ты тварь такая. Даб. Старая, давай уже косей быстрее. Что? Да ты пьян. Неправда. Вон. И что? Твою мать. Что? Не. Вон. Ты скотина. Чтоб тебя черти дрюкали, блин. Так, что там? Срочно ты широких взглядов обращаться к мастеру алхимии. Что? Не. Вот.
Тварь такая. Бей! Убивай! Вот так. Так. Блин. Так, там стражники. О, так я трезвый, подождите. Давайте-ка я еще раз к этой старухе зайду. К твари к этой. Просто необходимо потенциал, то память меча открыть. Что? Не. Пазла, ладно, я тебе припомню. Так, а как мне на склад-то попасть? О, ночью. Ивет и профессор исчезли, но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Этот ублюдок назвал меня вором! Кто это? Мы не об этом договаривались, легавый. Расслабься, это всего лишь ведьмак. Ты ведь знаешь, что ведьмаки — големы. Своей воли нет, выполняют приказы быстро и точно, и не жалуются. Правда, Геральт? Конечно. Видишь, бояться нечего. Ты тоже пришел не совсем один. А теперь сделка. Я ему не доверяю. Слышал, он чертов убийца, зарезал дюжину наших людей. Только давай не будем играть в игру «Кто кого убил». Это в прошлом. А нас интересует будущее. Твое будущее, которое будет отнюдь нерадостным, если Евет узнает, что ты его обманул. А он точно узнает, если ты не начнешь говорить. Ты блефуешь. Не пугай меня. Довольно. Где Евет? Где секреты ведьмаков? Говори, иначе я скормлю тебя крысам. Винсент, останови его! Я ничего не знаю. Я был помощником у бухгалтера, у Саламандр. Явет мне больше не доверяет. Я не знаю, где он и что он задумывает. Профессор? Я не знаю. Уеду. Чушь. Нужно тебя вдохновить. Ты обещал мне защиту в обмен на признание. Я клянусь могилой матери, я ничего не знаю. Останови его! Ты ведь страж закона, это убийство! А ты будешь просто стоять и смотреть! Почему он помогать нет, мне будет? Я пойду, пожалуй. К тому же я знаю, что ты имеешь отношение к убийству семьи Раймонда. Ведьмак, сделай это побыстрее. Сдохни! Ты ублюдок! Вот так вот. Что есть? Давай взять все. Давай.
Выход. Так, теперь зайдем в книжки. Наверное, под куда-то мишка. Ты когда-нибудь... Я много чего видел. Советую рассказать... У меня есть одно правило, которого я всегда придерживаюсь. Прежде чем... Я знаю, что говорю. Это не пустая угроза. Мне нужно... Для чего ты связался с ведьмаком Беренгаром? А твое какое? Он был моим братом. Взгляни-ка на меня как следует. Нет. Тогда с какой стати? Даю тебе еще... Он был мне другом. Я подозреваю, что к его исчезновению приложили руку Саламандр. Ты плохо выбираешь друзей. Беренгар связался с Саламандрами. Именно поэтому мы... Он пропал на болоте. Калькштейн нанял одного из моих парней, чтобы найти его. Но тот тоже исчез. Вот и все. Никаких темных тайн. А теперь проваливай. У меня куча дел. Твои люди напали на меня в лечебнице. С ума, что ли, сошел? Я послал туда своих людей. И плевать я хотел. Веришь? В таком случае вышло недоразумение. Да уж. Жизнь не так, сука. Так в конце еще и подыхай. Доказательств у меня нет. Спасибо большое. Это же касается и... Да. Ну давай, выйдем. Все так запутано, блин, получается. Единственное, что, блин, бегать туда-сюда не очень хорошо. Мне слишком мало платят за такое. О, жизнь. Не припоминаю. Гости. День рождения. На. Уби. Но. Перчатки ты хотела, блин. Хрен попадешь к тебе домой, блин. Добро. Мне пора. Убирай. Но. Не при... Но я... Убирайся. Но... Что? Я пришел... Белый хлад приходит. Что тебе подарить? Идиотинушка. Наверх, мой принц, иди наверх. Тварь такая изысканная, вино на тебя потратил. Вот ты шкура вонючая. Давай, вставай, бледина. Геральт. Похоже на то. Как ты пробрался мимо старой корги? Что? Ты имеешь в виду эту милую старушку внизу? Милую? Да она превратила мою жизнь в... Да.
Девочки в твоем возрасте должны быть замужем. Без сомнений, именно так она и думает. Ну, ты хотя бы платишь мало, но... Ну, по крайней мере, плачу мало. Доктора в Тимерии получают гроши. А ты осталась. Надо же было кому-то остаться. Ладно. Да? Так, у меня есть проблема. У меня? Да. Я слышал, что ты видела Коэна. Да? А откуда? Я нашел его меч. Я только знаю, что он умер во время битвы. На моем операционном столе. Медиком при Бре. Я работала вместе с хирургом по имени Русти. Ты его знал. Он умер, когда началась эпидемия чумы Катрионы. Красное к красному, желтое к желтому. Извини, Шани, я его не знал. Нет, но сходи к краснолюду по имени Золтан Хивай. Он знает. Так. Подожди, ты... Да? Ух ты, какая симпатичная. Привет, Шани. Я хочу с тобой поговорить. Конечно. Иногда мне снится битва при Бренне. Уже. И знаешь, что хуже всего? Понимаю. Спасибо, Геральт. Не стоит. Так, все. Кузнецу, я знаю, где тут кузнец находится. Бабуля. Только, блин, как к нему идти, к этому кузнецу-то? Вот он. Ночь на дворе. Никто по ночам не работает. Утром приходи. Блин, козлина, я так и думал. Давай, пока у тебя потусуюсь. Что при... Я провожу... И ты подозреваешь меня... Извини, что... Приятно, что ты так честен. Без проблем. У меня есть полезная информация про Яведа. Иногда могут помочь любые... Я просматривал документы еще 10-летней давности и наткнулся на его имя. Он проплачивал через мой банк обучение в школе чародеев в Банар. Но школу он так и не окончил. Его вытурили оттуда, потому как занимался такими областями магии, которые нашим магам претят. Ты имеешь дело с ренегатом. К тому же очень опасным. Вот уж я если знаю. Ему удалось избежать смерти от рук магов. Подожди. Что? У тебя нет книги? Есть. В том, что осталось от моей библиотеки. Я настаиваю. Тебе же известен закон спро... Вот она, невидимая рука рынка. Так. Что при... Надеюсь. Дело не... Так, мне нужен... день. Ну, вот так. Так. Прочесть-то мы прочли. Не, понятненько, так, выход. Задержались мы у тебя. Ну, теперь-то ты работаешь, теперь-то день. В
Вот так так. Я не совсем человек, и у тебя есть кое-что, что может... Малькольм Штейн. Могу? Конечно. Золтан о тебе хорошо говорил. Но только у тебя ничего такого нет, что мне могло пригодиться. Что? Красивая кузница. Конечно, красивая. Стоит того? Платить бы... Конечно, нет. Но... Прощай. Что-то я не понял. Я ухожу отсюда. Привет. Ты подмастерье кузнеца? Верно. Я у... Покажи. Господин... О, все, мне это прямо радует. Что? Прощай. Кто бы мне сковал бы еще? Блин. Кому продать эти головы волка? Кому не нужны? Так. Вот тебе, наверное, они нужны. Опять в подвале своем. Не понял. Давай. Хм. Я думаю, ты взго. Что? Вот и мне. Что тебе? Кажется. Какие? Раненый Саламандра произнес твое имя. Этот человек? Хм. Зачем? Чтобы он помог мне с экспериментами. Ну да. Этот невежда, наверное, очищал для тебя... Он защищал меня от саламандр и выполнял другие риски. Убирайся! Я ведь... Как-то подозрительно. Почему за людьми, которых... Я не знаю, кто... Ты уверен, что не пытался заманить его в ловушку для Азара и... Не будь дураком! Я... Ладно. Пока еще рано что-либо... Правильно! Ты оскорбил меня, ведьмак! Ты оскорбил меня, ведьмак! Оскорбил тебя. Оскорбленный весь такой. Ладно. Хочу сходить в подземелье сейчас еще разок. Где у меня наркота-то? До встречи. Я думал, ты мне что-то дашь. Взять все. Господи. Так, мне надо. Я где? Так, место силы, костер. А мимо места силы проходим куда?
Вот сюда мне вход слеп. Так, все понятненько. Ну все, провел ритуал. За мной, ребята. Вау. На. Вот и все. Блин, после болот вот такие, блин, сказочные идиоты нахуй. Ай-яй-яй. Так, мне надо зелье приготовить. Где у меня зелье варенье? Что-то ничего не готовит. Почему вот это, что такое у меня? Тип микстуры, эликсир, ну, что-то не хватает, что ли? Да у меня столько всего. Как может не хватать? Так, сохраняемся. Удалить. Удалить. Что у нас там? Склеп. Понятно пока. Угу. Кто-то где-то бьет кого-то, да? Ну ладно, давайте по порядочку. Кто-то внизу что-ли был? Так, сохраняем канализацию. Как-то у меня карта не так идет.
сдохни! Да подожди. На. Сдохни. На. Спокойно. Кошка, кошка, кошка. Так. У меня тут столько всего. И тут тоже столько крепкой спиртной основы для очень сильных. Не знаю, о чем, почему не идет у меня. Что там хочет чего-то. Будешь кормить человеков? Господи, и вы на меня еще напали. А ты куда? Понятно. Это тупик. Так, сохраняем. Что-то мне не нравится вот это рычание вот в склепе. Ищем. Чего вы тут ждали? Идем в другую сторону.
О, где мечи достал. Ага. Подожди. Так. Что еще где-то есть? Да, что у нас? Выход. Так, ну я вроде все прошел. Добрушено все. Блин, весь знаками захреначен. Выходим. Так, от кому только информацию вот эту рассказать? Так, если... Ты чё там... Смотри-ка. Блин, насвистывало-то. Звёздные войны. Счастливо. Так. Мне надо. Давно не
Сюда, наверное, мне надо. Боги послали гашатая с пылающим мечом. Чё? Пока. Ну-ка, может, ты мне, друг, ничего расскажешь. Это... Охренеть, а куда мне тогда идти? Так, я в замешательстве. Важный свидетель. Заключенный был в очень плохим состоянии, смог лишь прошептать имя. Так, мы не смогли, потому что в лечебницу ворвались. Так, это Ник, интересно, что скажет об этом Реймонд. Реймонд. Персонажа. Реймонд, Марлоу, детектив. Не к добру это. Так, а вот где мне его найти-то, Реймонд? Так. Так. О, назад. И направо. Ты странный. Да, вот. Вот как из ведра. У тебя нету? Вне. Я добрался до пленника. Он что-нибудь сказал? У меня было мало времени. На нас напали люди могилы. Ты уверен? Странно. Могила должен быть заинтересован в том, чтобы устранить Саламан. Ивет мог его запугать или... Мы должны это проверить. А возвращаясь к пленнику, удалось... Пленник успел сказать... Кальгштейн. Да, он мог принимать участие в экспериментах. Я встречал его. Знаю, но надо проверить все зацепки. Ну? Расследование — это как рыбалка. Я больше люблю охоту. Тогда завоюй доверие Кальгштейна. И еще поговори с могилой. Только не дави, характер у него отвратительный. Задание выполнено. Так, задание. Безопасная пристань. Так. Ведьмачьи секреты. Так, ну это уж потом. Игра в кости кулачный будет одна. Моя старая знакомая. Я добрал так. Теперь у нее точно на хорошем счету. Надо будет почаще с ней общаться. Может быть, у нее будут ко мне еще какие-нибудь просьбы. А пока можно считать, что она передо мной в долгу. Память клинка. Шани рассказала мне о ведьмаке Кайоне, который когда-то знал, он погиб вот так. Что касается самого меча, надо расспросить Золтана. Так. Ага, в мишку идем. Спускаемся вниз. Где у нас мишка там находится? Мишка, мишка. Вот и мишка. Где твоя улыбка? Кармен. Куртизанка. Давай. Или смотреть. Страсть, как хочется врезать. Блин, здесь тебя нет, тогда мне придется. А, нет, пока подожди, назад. Есть же шанс, что этот козлина здесь. Могила. Ты
человеку. Выходим. Блин. У меня вообще показан, нет? Так, оружейник ордена. Вивальди. Кальштейн. Так, оружейник ордена. Блин, только вечером только его здесь можно поймать. Ну ладно. Проверю сейчас еще пару мест, где можно его встретить. Да где ты можешь обитать-то? Когда не надо, ты всегда, блин, под ногами путаешься. Ладно. Да не, задание. Так. Так, я уничтожил Саламандр, теперь настало время серьезно поговорить с Винсентом. Персонажи. Ага, все, идем к нему. Куда мне там идти? Ну, так я прям к нему и бегу. А, вот сюда вот только надо. Нет? Пост Винсента, да. Направо. Мать его. Был же рядом. Мне, чтобы сразу с ним перетереть. Как все быстро. Хорошо. Не будем к этому возвращаться. Это был последний раз, когда ты так меня использовал. У меня не было выбора, поверь мне. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование? У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду. И с радостью выслушаю все, что ты раскопаешь. Я хочу поговорить с... Не обещаю, что... Кто-то рассказал Саламандрам о моем контракте на Кокатрикса. И что ты думаешь? Наверное, профессор. У меня нет на тебя времени, ведьмак. Ты выпустил профессора из тюрьмы. За него внесли залог. Я понял. Ты снял своих людей с наблюдения за саламандрами. Если я не обсуждаю это с тобой, это не значит, что мы закрыли дело. Может быть... А я что делаю? Но это конфиденция. Что ты делаешь по ночам? Встречаешься с... Ты что, головой ударился, ведьмак? Почему я не могу проводить ночи в купеческом? Не нужно много денег, чтобы ночевать в купеческом квартале. Есть ведь... Богатые друзья.
Доказательств у меня нет. Гора родила мышь. Какой... Ну, по крайней мере, у тебя были благородные намерения. Ну, да. Так, и что мы получаем? Что-то тогда нахрен мы никуда не удвинулись. Так, подозреваемый. Для получения более подробной информации выберите раздел персонажа. Так, куда? Подозреваемый могила. Таинственная башня. Расследование идет совсем не так гладко. Так, совершенно очевидно, что не все наши подозреваемые виновны. Это и конечно. Куда бы мне двинуться? На болото? Выполнить задание? Мне там еще, блин, бежать надо, там. Ну ладно. Так, а там кладбище? Нет, нет, не туда надо. Так. Мне надо... Не сюда, мне надо... Вот сюда, налево. Нет смысла. Господи, что божеский мой. Давай сюда. Сохранение игры. Нет, нет, дорогуша. У меня есть пока дела. На вид вы не из Тимерии. Кто хочет переправиться? Тран... Перевези. Время. Давай. Гад. Ага. Давай на болото. О! Как понимаю, болото недалеко. Это вы все в замок на болоте, это болото там, блять, болото было. Что за болотное царство у вас? Сохранить. Новый клиент. Прошу на борт. Кто-нибудь хочет переправиться? Ждем ночи. Еще разок. На. Бей. Вот и все. Так.
Теперь мне надо добежать до дровосека. Подождите, сохраните, я миссию сделал. Сделал. Так. Костер. Так. Мне надо как-то вот так сюда, что ли? Правильно, хоть бегу. Ну, вроде бы как. Так, мне вот не сюда надо. Мне куда-то... Вот сюда надо. Чуть-чуть правее. Вот дорога. Так, вырубка. Вон туда. Вот и все. Мне бы хотелось съесть. Лучше не бродить по болотам. Нет. Мы работаем, работаем в поте лица, и просвета даже не. Паромщик заплатил мне. Очень вовремя. Ну что? Вот твоя. Вести с тобой. Взаимно, лой. Продал. А был ли здесь до меня еще один ведьмак? Какой-то ведьмак приходил. Он даже согласился выполнить работу. Знаешь, что с ним? Нет, но через несколько дней приходили тут. Искали его. Кажется, он не только от нас убежал. Подождите. Вы за... Не... Мы работаем на себя. Я так... Этим ленивым сволочам повезло, что... Вижу, ты их держишь. Тут сто... Так. Они... Кто не рискует, тот не пьет. Это как... Это остатки первобытного леса. С мест... Да какие там кирпичники. Местные? Счастлив. Понятно. Так. У меня что за камень? Сефирот. Так. Так, мне теперь надо куда? Вот сюда, круг элементов. У них спросить. Спокойно. Разорались, разворчались. Тебе дать, я даже, у меня нет ничего такого. Где другой ведьмак? Один был тут,
Спрашивал про травы, чудовищ и почем мхи в городе. Кажется, он хочет заработать деньги. Потом он исчез. Внезапно. Бродил вокруг проклятой башни. Может быть. Вафаил. Гвинблейд. Еще раз посмотрим просто даже на тебя. Бел. Ты знаешь. Мы не... Ты можешь... Увы, нет. До встречи. Понятно. Спокойной ночи, ведьмак. Спокойной ночи, ведьмак. Кому мне обратиться-то еще? Ну, уверен, конечно, что я сюда до лагеря не люди добегу. Ну, деда спросить. Вообще не туда, вон туда надо бежать. С троллями что-то надо заколдованными делать. Охма. Ладно. Обелиск Хесед. Подождите. Вашу ж мать. Где я? Подождите вы, Москва, Воронеж, хрен догонишь. Неудачники. Ух ты, я не туда вышел. Спокойно. Так, а у меня вообще больше нет, да, ничего? Камушка-то больше драгоценный камень телепортации. Давай.
Вот так. Я по ночам превращаюсь в мизантропа. Никаких разговоров до утра, я спать хочу. Короче, к деду надо валить. Ну вот сюда. Как-то пробираться надо. Ты опять не туда, да, тащишься? Надо тебе налево. Ну, дед. Сейчас ты мне все скажешь. Ты б... За... Ты, блин... Почему... Мне нравится... Все скажешь. Ты, блин... Так. Эликсира, блин, не могу делать пока что почему-то. Ты давай стареешь. Отдохнем. Так, что у нас есть? О, точно, она же вот какой-то шар есть. Только он не действует что-то. Так, сюда еще можем быстро ячейка для микстур что-то поставить. Где у нас? Вот так. Нет, не совершенно в противоположную сторону. Вот именно туда. Сюда. Копцы, блин, валяются, гоняют тут везде. Мой отец и дед оба делали кирпичи. Было ясно, что я тоже стану кирпичником. Корга чертова! Горшки все пустые, спиногрызы орут.
Блин. Добрый господин, нужна лодка. Что? Перевези. Время. Давай. Да, плывем в город. Я знал, что профессионал. Вот твоя награда. Да? Что у тебя можно взять? Дубины. Ячейка для добытых из монстров. Ладно. Извини, не до тебя. Зато сад не надо поливать. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. А мы пока сохранимся.